Полилось мои 2-0, теперь интриги. Вот так вот надо. Double kill. Все, ладно, погнали. Аресыч в 3 на 3 у нас в новом скинце. Просто в охренительном. Я не буду брать блинк сейчас. Это, в принципе, не нужно. Я подписался минут 20 назад. Спасибо, так. Сейчас, сек. А, я понял, Streamlabs виснет. Поэтому такая штука. Да? Здорово, Серега. Зерана, 40 лайков? Ну, это неплохо, неплохо. Вот смотри, а теперь вьюверы обновляются. Только что было 32, по-моему, стало 30. Вот тут у вас. Вот. Вот эта вот штука. Блин, жалко то, что... Спасибо за подписку на арте. Вот, смотри. Александр только что подписался на YouTube. Спасибо большое. Я же взял себе оповещалки теперь. Чтобы подписки прилетали. Думал, это количество подписок в день. Не-не-не. Это вьюверы, которые сейчас смотрят, типа, стрим. У нас 25. Только что я заходил, 32 было. Я его просто сжег. Найс, хвала, 3 в 2. Да вообще жесть. Ну ничего, может сейчас вернется. У него нет даже специальной эмоции. Но скин очень круто выглядит. Ёпту. Это карма за то, что барона пикнул. Ну, может быть, да. Крутой скин, да, очень круто выглядит. Очень крутой. Так не особо, да, ну, блин, круто ж выглядит. Смайтер, а чего вы на другие стримы как? В натуре, блин. О, он вернулся. Будут норм игры, будут приходить. А Ведьмак плохая игра или что? Сасный скин, да, очень крутой. Можно мне одного анхура средней пожарки? Да, видишь, я проверяю специально, подписываю стрим, розыгрыш. И все такие бум-бум-бум и набежали. Та-да!
Да, ветерок частенько заглядывает, спасибо. Вот что ли? Пока не хочу. Хорош. Может, еще и розыгрыш? Да, в группе, ребят, пост розыгрыша, посмотрите, контача. Нового Цербера вам разыгрываю, блин, которого у меня у самого нету. А теперь все дорого. Когда интересно смотреть, чем играть. Во, спасибо, спасибо. Работает подписчики. На ютубчик-то теперь. Запалилась моя 2-0, теперь интриги. Вот так вот надо. Double kill. Главное, ребят, не сдаваться и назад не бежать. Чё толку назад бежать, когда тебя либо убьют, либо ты своим поможешь. Я думал то, что я своими цепями помогу, типа своим, и умру. Но оказалось все намного лучше. А чё эти 4 дизы, Крио еще пару аков сделал? Ну да. Думаю, ты знаешь, кто я. Мне подписываться? В смысле, если вопрос, подписываться или нет, конечно, подписываться. Все подписки важны, ребят. Сейчас канал на ютубе растет. Мы получаем партнерку. Получили уже, точнее, партнерку. И все в таком духе. Короче, жопа, это они так с халявщиками борются. Мол, кто-то покупает все по русским деньгам и потом продавал за баксы. Да, так во всех играх делают. Я не знаю, что с ХРЗ встрепенулись. Я же говорю, типа, допустим, в том же... Ну, для той же Nintendo это норма. Канал на YouTube очень сильно растет, ребят. Подписываться стало гораздо больше людей. Будет. По игре на букву Т. Тарков? Когда эльварцы соизволят комп купить. Жопа, блин. Приятного аппетита. Влад, очень хочу в Таркова поиграть, но пока не знаю, как одному нереально, я не могу разобраться. Я очень хочу в Таркова поиграть. В Тарков просто жесть какой крутой, там еще и обнова новая была, я за ним слежу, естественно. Очень крутой. Impressive. Awesome. Attack fire giant. Group up.
Братан, я не забираю твои стайки. И как он же больно бьет-то, а? Ну ладно, тебя одного вытяну. Я умер. Если вулкан будет промахивать, блять. Чувак, пипец, я, говорит, сделал дерьмо, но я, говорит, сходил в туалет. Ну, либо я неправильно его понял. Камень изоляции? Да не знаю, буду, наверное. Да-да-да, Expression, я ж слежу за группами, за обоими, и за своей, и за большой, и репосты оттуда я тоже делаю. Это очень жестко, на самом деле. Почему Blink не покупал? Почему не покупал? У меня есть еще один слот. Все будет. Какой здесь крутой огонь. В группе может быть, почему здесь тоже можно пообсуждать калачик. Да, может быть, может быть. Да куда ты? За 250 рублей. Хорошо, что я 8000 гемов купил перед вот этой всей канителью, ну, чтобы Белона у меня была. Почему парашный? Классный скин-то. Выглядит очень круто. On my way. Quiet.
Хорош. Сука. Хотел как раз выстрелить. Да я не спамлю всякими такими штуками. Скин DCI на RS уже будет. Еще неизвестно. Но я не буду умирать. Пусть бьют, наверное. Good boy. Новая DCI, в которую никто не задонатит. Ну, в России, да. Это не факт, конечно, то, что не задонатит, но может и не задонатит. Хочу вот так вот. Опять это те, которые ОПР левелах трансформируются. Хорош.
Они просто убежали. Окей. Уль норм Т5, уль охрененный Т5, просто. Просто космос. Thank you.